Привет, друзья! Меня зовут Олег Киселев. Вы на канале Как и Шибазы. Сегодня я вам расскажу целую историю о книгах. А история эта связана с таким плохим явлением, которое я очень не люблю и всегда вот отслеживаю. Всегда об этом говорю и пишу. Таком феномене, как плагиат. История эта началась в 2009 году. Я в 2009 году ездил в славный город Казань на религиозную школу по новым религиям, читал там две лекции. Вот. В основном, я помню, там очень было холодно, там что-то было минус 25, и мы практически все время сидели в отеле, но пару раз там на пару градусов было меньше, и мы, значит, делали какие-то марш-броски, то в кинотеатр, то в книжный. Вот, естественно, моя история будет связана не с кинотеатром, а с книжным. Хотя в кинотеатре я помню, что впервые там посмотрел фильм про Перси Джексона. Вот. Ну, зашли мы с коллегами в огромнейший книжный магазин в Казани. Вот. И, ну, как часто бывает, когда украинцы приезжают в Россию, они все просто смотрят, все религиоведы все смотрят о религии. Я тоже купил целую стопку книг. В основном это были книги про ислам, но одну книгу я купил не про ислам, а про секты. Психология религиозных сект называется. Были у меня сомнения тогда, покупать эту книгу или не покупать. Прежде всего, меня смущало слово «секта», которое религиоведы используют, конечно же, но используют достаточно в узком значении. А когда оно используется, ну, им просто разбрасывается, то значит, это что-то очень страшное может быть. Но я взял почему эту книжку? Потому что вот эта «Библиотека практической психологии», у меня есть другая книга из этой серии «Психология религиозности и мистицизма». Книжка достаточно хорошая. Я подумал, ну, если они уже одну книжку хорошую издали, может, это тоже такая ничего будет. Вот. Книжка издана в Минске, издательство «Харвест» или «Харвест» в 2004 году. И теперь матом, да, я купил ее в Казани. Книжка издана в Минске, а автор харьковский психолог. Автор я сейчас беру в лапки. Почему? Значит, автор Виктор Борисович Шапарь. Ну, здесь он на 2004 год был доцентом, кандидатом психологических наук, доцент кафедры прикладной психологии Национального университета внутренних дел, преподаватель Харьковской духовной семинарии. Ну, я где-то полгода назад думал делать пост об этой истории. И его загуглил. И на тот момент он искал работу. Где-то его я встретил объявление в каких-то вот специализированных сайтах, где люди там вешают свои объявления. И я обнаружил, что он после этого еще сделал там колоссальную какую-то карьеру. Чуть ли не заведующим кафедры был, профессор. Чуть ли там не доктор наук, тоже психологических. То есть вообще человек на самом деле достаточно статусный. Непонятно, почему он, правда, работу искал, но такое дело. Ну, я приехал домой с этой книгой, в Киев приехал, начинаю листаю, значит, содержание, естественно. Ну что, тут есть и саентология, какая-то типология тоже есть, что такое секты, эстетика сектантства. Ну, думаю, интересно, в принципе, там религиозные чувства, религиозная любовь, ну, такое психологические какие-то вещи. Дальше я смотрю «Новое сектантство», глава 8, «Церковь саентологии», «Свидетели Иеговы», «Белое братство». Ну, как бы все окей. И дальше я смотрю на главу 9. И глава 9 называется «Отечественные секты». И смотрю, что какие-то странные очень названия. Например, «Пищесвятцы», «Домовитяне», «Вечетворцы», «Дурики». Ну и так далее. И, честно говоря, я впервые слышал вообще эти названия. Вот. Ну и открываю, естественно, на дуриках. Ну, что-то название мне понравилось, веселое название такое. Ну и что мы тут находим в этой книжке о дуриках? Дурики – одна из самых многочисленных сект, учение которой широко известно, хотя и мало изучено. Дурики – это юродивые нашего времени. Только их юродство – не нарушение общепринятых правил поведения, а блаженное бездумное следование им, поскольку эти правила сами по себе уже вывернуты обществом наизнанку. Дурики отличаются от обычных граждан лишь сознанием нелепости существующих порядков
и старательным их соблюдением. Ну и дальше что-то подобное в этом стиле. Прочитал я абзац 2 про дуриков, там еще может быть про кого-то. И понял, что это какой-то вообще полнейший бред. А вот, ну и закинул куда-то эту книжку подальше себе в библиотеку. Время от времени она всплывала, естественно. Я думал, что с этой книжкой делать. Может быть, сдать в библиотеку, но думаю, нет, в библиотеку такую книжку вообще нельзя сдавать. Да, а вдруг кто-то возьмет и начнет читать, и подумает, что действительно у нас по улицам бегают дурики. Дурики-то бегают, но это вряд ли можно назвать религиозной сектой, да, и вряд ли оно должно быть. А если студент религиовед вдруг и поверит? Ну, то есть вообще, собственно, непонятно совершенно. И вот где-то полтора года назад один мой коллега говорит: слушай, Олег, ты же занимаешься научным атеизмом, вот есть такая интересная книжка Михаила Эпштейна. Я не помню, как она называется. Ну, в общем, там суть в том, что автор придумывает автора другого научного атеизма, атеиста, и придумывает, что якобы он издает, делает рукопись о выдуманных там каких-то религиях и сектах. И там потом пишет биографию этого автора и так далее, и так далее. Я говорю: да, конечно, принесите, я посмотрю. И вот мне мой коллега приносит книжку Михаила Эпштейна «Новое сектантство». Открываем мы содержание этой замечательной книги. Если вы помните, да, «Новое сектантство как проблема религиоведения». Религиозно-бытовые секты. Пища святцы, домовитяне, вещи святцы, дурики и так далее. Открываем страницу 58, там где про тех же самых дуриков и написано. И идет речь. Дурики – одна из самых многочисленных сект, учение которой широко известно, но мало изучено. Хотя историк секты теряется в незапамятной древности, первым документом ее исторического влияния считается указ Петра I. Приведем отрывки из ряда наиболее достоверных источников. Тогда я немножко пропустил. Дурики – это юродивые нашего времени, только их юродство – не нарушение общепринятых правил поведения, а блаженно бездумное следование им, поскольку сами эти правила уже вывернуты общество наизнанку, ну и так далее. Это якобы из книги Р.Я. «Методология глупости». Вот, сама эта книга, ну это такой сознательный фейк. Да? То есть, в принципе, в книжке нету о том, что это все выдумано, да? Автор Михаил Эпштейн как бы обставляет это, что действительно найдена рукопись где-то там, чуть ли я сейчас уже не помню, в КГБ, вот есть титуля аркуш, да, лист, Институт атеизма, новое сектантство, справочное пособие для служебного пользования, экземпляр номер 62, Москва, 1985 год, и ответственный редактор и автор вступительных статей доктор философских наук, профессор Р.О. Гибайдулина. Собственно говоря, вот этот Гибайдулина тоже выдуманный персонаж, и ей потом посвящено еще отдельный, значит, эпилог, там даже дневники есть этого научного атеиста. Вот. Рукопись якобы это не издавалась, то есть она была подготовлена, но она не издавалась, и вот как бы вроде кто-то нашел эту рукопись, и вот, наверное, сам Эпштейн нашел эту рукопись, и вот он ее сдает в такой книжке, да. Она действительно, ну, в какой-то момент ты понимаешь, когда ты ее читаешь, ты понимаешь, что это вот выдуманное, и оно действительно классно написано. И если не воспринимаешь, что это действительно настоящее справочное издание по сектам, то дурики там читаются просто на ура, да. Вот, но получается, что вот эта вот книжка, да, тут ряд сект, выдуманные Эпштейном, там кровосвятцы, хазаряне, афияне и так далее, все они просто были тупо, извините за мой французский, переписаны в этой книжке вот нашим харьковским психологом Шапарем, вот, а потом каким-то образом изданы в Минске. Вот. Ну, честно говоря, это такой международный скандал, потому что тут фигурирует украинский психолог, минское издание, ну и Эпштейн, живущий в Соединенных Штатах Америки, насколько я знаю. Да, то есть... Ну, а я купил книжку вообще в России. Вот. Какой можно сделать, ну, вывести мораль из этого? Ну, прежде всего, наверное, это должно быть мораль для издательства.
Потому что на самом деле Эпштейн может подать в суд, и он его очень хорошо выиграет. А издательствам все-таки нужно нанимать не только научных редакторов, это тоже на самом деле по книжкам видно, что иногда это требуется, чтобы кто-то читал. Ну и вот институт анонимного рецензирования, да, чтобы человек, прежде чем издательство печатает книжку, несколько профессионалов анонимно должны прорецензировать рукопись. И посмотреть, как бы, откуда вообще в дурики берутся в книжке. Да? Опять-таки, если, понимаете, речь идет о том, что если он списал вот у Эпштейна про дуриков и другие секты, то, собственно говоря, вся остальная книжка тоже где-то списана, скорее всего. Да? То есть вряд ли он заморачивался и изучал саентологию по там, трудам Хаббарда или по трудам американских исследователей, которые пишут. Не очень много, но пишут о саентологии, да? Скорее всего, это тоже какое-то справочное издание, может быть, там Привалов секты из досье страха, там или еще что-то, какие-то такие советские тоже книжки, не тоже, а вот советские книжки, да, и тут они тоже присутствуют. Поэтому эту книжку ни в коем случае не покупайте, не читайте, а если вы хотите получить такое интеллектуальное наслаждение, то, пожалуйста, вот Михаил Эпштейн, «Новое сектантство». Очень рекомендую.